любимуши мои. Немножечко домик я разобрала. Верхнюю деталь самую, видите, переставила ее на эту сторону. А которое дупло, я его вниз убрала и повернула дуплом туда. Потому что котенка, боюсь, Нюшка опять туда начнет таскать наверх. А когда открытая, ну видите, с двух сторон сквозное, тут уже у них нет смысла прятать, сюда они его не принесут. Да? Потому что знаю, что они любят сверху спать. Думаю, ладно, попробую как-нибудь конструкцию переставить, чтобы у них функционал не терялся. Что, Луняшка, смотрит, смотрит. Угощай, говорит, меня. На, давай, на, Луна. Будешь? Я знаю, что она любит йогурт, я завтракаю, она смотрит на меня, залезла сюда и гипнотизирует. А я что, говорит, я ничего, я так, немножечко только смотрю, чтоб тебе вкуснее, скажи, было, да? Нюшка у нас не любит. Йогурт и творожки очень редко кушает. А вот Луняшечка любит у нас. Посмотрела сейчас ролик про эту ягуарунди. Кошка дикая, которая очень любит бананы и инжир. И растительная пища является основой ее рациона. Луняшка, вот в кого ты, оказывается. Ягуарунди, что ли ты? Хищнятина он мне. Травоядина. Да, скажи, я тоже люблю бананы и инжир. В этом году, кстати... А, ну нет, осенью я покупала инжир. Да, вкусный был. У меня девчонки любят, и Нюшка даже кушала инжирчик у нас. Да, вкусно? Вкусно, скажи. Банановый творожок. Да. Нюшенька, ты же его не любишь. Тебе я немножечко колбаски дала уже. Да? Луняшка у нас все любит. И сыром угоститься. Чем-нибудь таким. А Нюшка вот не особо. Нюшка вот иногда какой-нибудь колбаской, ветчинкой. Это, говорит, я готова продегустировать. Нюшенька, ну что, рожаем сегодня? Я уже вижу какую-то чертовщинку, блестинку в глазах у нее. Сегодня-завтра, похоже, родит. Да, Нюшка? Нет, там тебе не подойдет домик, Нюшечка. Не подойдет. Он, видишь, дырявый какой. Пойдем, придется в коробку все-таки тебе идти. Да, придется в коробке рожать. Ты моя красавица. Ой. Ну, мягкая такая, блестючка. Интересно, вот какие же все-таки будут котятки у нее. Но двоих я там прощупываю. Пинаются прям активно. Вот, ну, наверное, двое, что ли, будет. Может, третий где-то там спрятался внутри. Посмотрим, какие они на ощупь будут, какая шубка будет. Потому что шерсть явно другая у них будет, какую я еще не трогала. Папкины там гены подмешаются, коржиковские. А светленькие, я не знаю, какие они будут на ощупь у нас котята, да? Посмотрим. Скоро, чуть-чуть ждать осталось нам.